Строят и жить помогают. В Ивановской филармонии в четверг чествовали представители одной из самых созидательных профессий – строителей. Ваш труд является основой благополучия не только вас, а всех жителей нашего города, нашей области. Не зря говорят, что строительная отрасль – это локомотив экономики. Действительно, это так. Вы создаете промышленные объекты, офисные здания, жилые дома. Сложно назвать сферу нашей жизни, в которой не было бы вклада строителей. Конечно, жилье первое, что приходит на ум. Но поликлиники, школы, детские сады, магазины, общественные территории – все это тоже создается руками строителей. От момента проектирования до перерезанной красной ленточки. На самом деле понятие «строитель» включает множество профессий, каждая из которых важна. Эти люди делают нашу жизнь комфортной. Кто сказал, что работа – это не женская? Конечно, представителей сильной половины на стройках по очевидным причинам больше. Но строительство уже давно не чисто мужская отрасль. В строительстве работают женщины. Конкретно в нашей организации в офисе 50% женщин. Ну, на стройке женщин представлены только маляры, наверное, штукатуры. А так, в общем-то, да. Еще крановщица у нас женщина. Они такие разные, но делают одно такое необходимое дело. Цифры говорят сами за себя. В 2017 году в регионе ввели в эксплуатацию более 339 тысяч квадратных метров жилья. Это на 37% больше, чем годом ранее. И дальнейшее развитие строительства в регионе в надежных руках. Наталья Гутарина, Антон Осипов, РТВ Иваново.